Добрый день. Меня зовут Афанасьева Оксана. Я руководитель направления организации деловых поездок в компании ПАО «Газпромнефть». И в этом году меня выбрали одним из амбассадоров International MICE Geography Show. Первый раз в своей жизни такой почетный статус. Не знаю, не разобралась, что это еще для меня, но точно абсолютно важно и представительно. Для меня сказка о MICE – это летучий корабль. Я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. Русская народная сказка. Однако в ней раскрыт акроним, который олицетворяет собой четыре составляющих настоящего бизнес-мероприятия. Это митингс, встреча главного героя со своей будущей командой. Incentives – это как раз-таки различные мероприятия, которые случаются с героями приключений их по пути, когда они летят к царю. Conferences – это совещание главных героев, они решают, кто из них пойдет выполнять ту или иную задачу, которую ставит царь. Ну и, наверное, events – это апогей выполнения всех заданий, которые ставит царь всем двором и всей командой. По пути главный герой собирает себе как раз тех самых специалистов, которые ему помогают сделать качественное финальное мероприятие. А главный вывод, наверное, несмотря на сказочные требования заказчика, грамотная, классная, сплоченная команда может совершить невозможное. Ах, в сказке победило вновь добро, хоть зло коварно было и хитро. Одно из золотых правил MICE – с самого начала четко видеть конечную цель самого мероприятия, его финальный облик. Собрать команду специалистов, четко разграничить их полномочия. Но главное – найти тот самый ключ к заказчику, который позволит сделать под конец так, что ты, глядя на это сверху, скажешь: «Господи, как же классно получилось все!»